сейчас особенный подарок, особенный сюрприз для наших телезрителей, для наших гостей в студии. Вы можете начинать уже аплодировать, потому что здесь появится девушка, которая бывала на этой сцене и на сцене еще более грандиозной. Участница от Беларуси Евровидения 2013 Алена Ланская! Билет я вытянула свой, меня не раз еще осудят, но я одна с такой судьбой. Одни мне крылья обжигали, изранена была душа, другие словом обижали, но не держу обиды я. Ведь у меня есть ты, мужчина в моей жизни, ведь у меня есть ты, души моей приют, ведь у меня есть ты, и все, что я хотела, увидела в глазах бездонных утонув. Ладонь в ладони сжата крепко, и жизни линии слились. Твоей любовью я согрета, как ангел ты меня хранишь. Нам небо снова вышивает звезд узоры за окном, и дня, и ночи вместе мало, когда с тобой мы вдвоем. Ведь у меня есть ты, мужчина в моей жизни, ведь у меня есть ты, души моей приют, ведь у меня есть ты, и все, что я хотела, увидела в глазах. Ведь у меня есть ты, ведь у меня есть ты, ведь у меня есть ты, мужчина. Ведь у меня есть ты, душа моей приют, ведь у меня есть ты, и все, что я хотела, увидела в глазах, видела в глазах, стонных утону. Ведь у меня есть ты, мужчина в моей жизни, ведь у меня есть ты, душа моей приют. Ваши бурные аплодисменты, дамы и господа, Алена Ланская. Алена, я предлагаю одну строчку песни поменять в следующий раз, когда вы приедете к нам выступать с этой песней. Ведь у меня есть ты, любимый ведущий в моей жизни. Ну, и смотрите в этот момент на меня. Это вам небольшой сюрприз. Спасибо, безумно. Смотрите, приятно. Какая красота. А еще, между прочим, у нас есть для вас еще один подарок. Это билеты на наш праздничный тираж. Напоминаю, разыгрывается 3 квартиры. Я, конечно, начинаю волноваться в этот момент, потому что... Я сама уже волнуюсь. Мы можем перестать быть соседями с вами, но все-таки я обязан это сделать с благими намерениями. Это вам. Спасибо огромное. Желаю всем удачи. Алена, может быть, обратитесь к исполнителям, которые через несколько дней выйдут на эту сцену? Я хочу, чтобы нашу страну, Беларусь, на конкурсе Евровидения представил только самый достойный. И так и будет. Мы в этом уверены, друзья. А теперь все внимание на экраны.